Песни о родине и ее защитниках звучали сегодня со сцены Ишимского концертного зала. По традиции, 23 февраля артисты устраивают для зрителей настоящий праздник. 20 вокальных и хореографических коллективов, а также солистов дарили свое творчество на протяжении 2 часов. В числе зрителей были не только жители города, но и ближайших районов. У меня такая традиция. 23-го приезжать в Ишим, потому что я вижу в этом празднике как день Советской Армии, а не как мальчиковый день. Я единственный раз в год надеваю эту форму, хоть и не очень высокого звания, немного наград, но это моя профессия. И вот желаю нынешним не забывать об армии, обязательно отслужить.